Здорово, стратегические жевжики, вы слышите и видите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Канаду в Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности божество. На стандартной скорости, это все стандартное. Ну, подробности в первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, начнете и заново смотреть и узнаете все подробности этого прохождения. Ну а спонсоры канала традиционно все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку в это тяжелое время. Давайте продолжим. Пока сидим в развитии, играем, в общем-то, отжали по лояльности город у Ацтека. У нас сейчас героический век, который вот где-то вот столько будет длиться, я уверен, что дольше не будет на божестве. Но, тем не менее, 32 хода это очень неплохо. Значит, селиться я больше нигде не хочу. Вообще, я бы в каравеллы. С другой стороны, у меня сейчас Кри так все замечательно сам открывает. Хорошо быть союзником Кри. В принципе. Вообще, куда бы я хотел? Ну, я бы хотел, во-первых, побольше культуры сделать. Врага при помощи копейщика мы не убьем. Чудо античности. Чудо античности вообще интересно, в том плане, что может попробовать все-таки Колизей где-нибудь сделать. А, да, я тут еще свою религию распространяю. Хотя есть вон миссионеры буддизма. Так, ладно, тут давайте. Так. Ну, я бы, кстати, дальше не шел. Пускай вот эти три города буддистскими остаются, наверное. Я думаю, что иудаизм и так нормально будет давить. Тая можно не трогать. Ну, вот в Тлакопан, наверное, можно сходить. Давайте к Тлакопану пойду этим миссионерам. Так, тут мы сделали фермы, что-нибудь. Ну, хотела вот это вырубить. Но тогда вообще производства не будет, да? Ну, вырубать надо, я же хочу здесь театралку. Ну, когда-то, блин. Может, тогда лучше вот этих скот собрать под Магнусом. Так, 4 заряда. Кампус я тут строю сейчас, вот в данный момент. Я просто думаю, что, наверное, вот тут тогда лесопилку поставлю, чтобы производство было. Так, тут я к рыбке плыл. Маяк в Ванкувере. Можно делать караванчик. Так, давайте глянем в Виктории Гавань. И вот тут маяк, значит, строим. Во всех остальных что-то строится. Два влияния, строители. Ну, можно строителей. Ну, наверное, в Ванкувере маяк. А, не маяк, в смысле, торговца. То можно будет какой-нибудь район еще сделать. Я думаю, может, вот укрепить религию. Какое-нибудь строение взять на, ну, вот следующее, третье здание, чтобы можно было ставить. На Кампинос пойду обращать. Ну, эти сами как-то. Ну, просто тут слишком много верующих сейчас. Буддистских. Как-то миссионерам сложновато. Пускай само. Вообще, сейчас я гляну, сколько по религии. Но я должен от религии довольно много культуры иметь. Так, возрождение вышли через банковское дело. 1/3 культ, больше, чем даже, чуть больше трети культуры я имею с религии.
Небось такие красивые синагоги стоят. Туда все ходят даже не просто молиться, а вот полюбоваться на красивые фрески, наверное. Так, собираем скот. Не знаю, или вырубаем его, как лучше сказать. Режем. Наверное, ферму. И тут выкуплю клетку, тоже ферму поставлю. Так, а что тут слабее моя религия, интересно? Плюс 3 вход, плюс 7. Ну, надо все-таки обратить вот эти города, чтобы они вот этот... такое ядро друг на дружку сильно влияло. По-хорошему, мне надо в индустриализацию идти, причем через массовое производство. Тут, наверное, сначала контрфорс откроем. Возможно, собор Святой Софии. Хотя... собор Святой Софии такое себе чудо. Так, амбар в Гамильтоне, чтобы рос. Так, кампус... только на плюс 2. О, слушайте, есть плюс 4. Ну, это скорее вот для этих городов я оставил. Так, либо сюда, либо сюда. Наверное, кстати, скорее сюда поставлю. Тут, возможно, еще соседство будет. Я сейчас подумаю, сейчас ли его ставить. Ну, гавань, понятно. Само собой, тоже надо. Театралочка. Нигде не дает. Промышленная зона тоже нигде. Тогда, наверное, гавань. Потому что гавань это и производство в будущем, и... ну и деньги, само собой. И еда, и жилье. Так, как там они, мои соседи между собой, никто? Ну, Ацтек вообще, типа, ни с кем не дружит, я смотрю. Плохо относится ко мне, к Кри, ну и никак к бразильцу. А я вот со всеми ими дружу, получается. Так, есть тут иудаизм. Пошли в Чапультепек. Распространим истинную веру. Ну вот, мне кажется, если я Чапультепек обращу, то вот эти уже не будет снижаться, то все будет зелененьким. Да, дорого, но оно того стоит. Тут, конечно, разливаться будет иногда. И я закрыл ту, где дамбу поставить можно. Но пока так. Сюда, наверное, по-моему, одинаково будет, что в Виктории купить, что в Монреале. Эту клетку я, наверное, для Монреаля ее куплю. Потому что в Виктории всего 4 жителя, а в Монреале 11 и уже... Блин, тупанул. Все-таки в Виктории дешевле было купить. Да. Вы делаете счетчик? Сколько раз я тупанул? Блин. Так,
Гуманизм прямой наводкой открываем. Проверю, что я тут ничего другое не хочу открыть. Да, наверное, давайте апостола укрепим религию. Возьмем здания какие-нибудь и будем в священных местах. Посмотрим, что там есть. Наверное, на дипломатии... Ну, посмотрим, что еще осталось. Там же явно уже укрепляли до нас. Наверное, на дипломатические очки я бы брал. Еще хочется всякими попробовать и дипломатической победой попробовать. Так, в Оттаве первая театралочка. И давайте сразу амфитеатр там строить. Так, проповедовать верование. Храм огня. 3 единицы веры за каждую эпоху, прошедшую с момента постройки. Мечеть. Дополнительное распространение религии. Синагога. Просто плюс 5 веры. И пагода. Плюс 1 к моему влиянию за каждый ход. Давайте попробуем. Я никогда пагоды не брал. Попробуем как-то через мировое влияние поиграть. Так, 320 веры стоит. Красиво выглядит, кстати. Еще заснеженная такая в тундре. Так, здесь. Давайте, наверное, в Гамильтоне лесопилку, бо производства нету. Так, а откуда у нас еще не бегали? Ну вот из Виктории, получается, да? Тут дороги везде, да, из Галифакса все проложено. Давайте из Виктории. Отправим караванчик. О, уже зелененький Теночтитлан. Мне осталось, чтобы из Икстополуки тоже в плюс было. Так, у нас вот Теайо, Наланда и вот эти три города в буддизме, да? Ну и вся империя Кри. Кри не буду трогать, хрен с ней. Давайте глянем по... религия вообще. 44 православия, 23 протестантизм, 21 буддизм, 24 иудаизм. Ну а синтоизм и даосизм такое. Новые молодые религии, которые не могут распространиться никак. Так, давайте думать, что мы здесь построим. У нас тут священка и гавань, да? Нам либо кампус надо. Вообще, я помню, что есть еще это чудо собора Василия Блаженного. Кстати, вот он открыт. Но он, конечно, для тундры, да, я понимаю, но, понимаете, у меня практически все клетки тундры заняты. Но, знаете что, можно в Ванкувере, кстати, попробовать собор Василия Блаженного построить и рядом с ним потом театралку. Ну, блин, 37-35 ходов. Это скорее через какого-то инженера надо делать. Я бы театралку на самом деле здесь поставил. Несмотря на то, что она немного дает вообще. Вот сюда. А потом здесь... Ну давайте предварительно поставим, что сюда собор Василия Блаженного. Хочется. Тоже не часто компьютер его строит, по-моему. Растем, 520 год нашей эры. То есть на самом деле в 520 году нашей эры закончилась античность. А у нас уже возрождение, да? Да, мы уже в возрождении. То есть, а возрождение началось в 1492, по-моему. Я не помню, то ли считается начало, то ли открытие Америки, то ли взятие Константинополя турками.
А ну там где-то все приблизительно рядом. Конец средневековья. Но мы тут намного опережаем время, короче. Блин, армия у ацтека приличная. Не, ну, если он объявляет мне войну, то он объявляет войну всем на континенте. Кроме того, напоминаю, ему надо еще осудить меня сначала. Так, что-нибудь будем менять? Оставляем, наверное, оставляем. Может, все-таки на шпионов поставить? Ну я же вроде нигде сейчас рабочих вообще не делаю. А вот шпионов я бы поделал. С другой стороны, только через два хода поставлю. И то я хочу там... Ну, может, я куплю художественный музей? 1160. Нет, не куплю я нифига. Ладно, сейчас я подумаю. Может, что-нибудь продать? Какие интересы, чтобы денежка пошла? Ну вот, бразилец, видите, ходит за шелкой трюфеля. 33 золота в ход на 30 ходов. То есть это 990 в итоге даст. Ладно, хорошо. А стратегические лошадей никто не хочет, да? Наверное, приму с бразильцем. 33. Ну, то есть 1000 монет, считайте, я получу. Ну, хотя оно сюда не добавилось. Нету от Педру. То есть следующим ходом, наверное, будет видно. И у меня через 2,6 ходов закончится с спаунмейкерами. Я что-то у них тоже какой-то ресурс покупаю. Так, ладно. В Оттаву. Уже не хилые деньги, но я хочу... Блин, а может все-таки... Ладно, Викторию отожрем, но все, уже следующие караваны точно надо будет к бразильцу отправлять. На Ланду, наверное, пойдем. То есть мне надо миссионерами то обращать, то, что ты вот прям уверен, что оно обратится. Чапальтупек. Аскапацалька. Смотрим. Ну да, видите, все зелененькое. Наверное, вот эти три заряда на чалька еще потрачу. Ладно, поставлю, короче, на шпионов. Так, а еще первый посол никуда не хочу. Пожалуй, нет. Ладно, ставлю на шпионов. Ну, смотрите, а что за глюк? Не давала дальше карточку тянуть. Это оставляем. Блин, может, вассалы взять? Потому что плюс 2 производства мало. У меня только одна промышленная зона, а вот счастье, оно на все влияет. Да, наверное, так возьму. Тем более, что у меня, собственно, все мои наземные юниты именно что стоят в городах.
320 покупка зданий. Подзабыл. Ну, какой-то грустный миссионер буддизма тут едет. Что, война началась опять? Нет, а чё тут раненый арбалетчик Кри? Почему мне показалось, что я даже увидел, как ему урон наносили. Ладно. Так, куда это еще поселенец ацтека идет? Ну, я думаю, куда-то сюда он хочет ставить. Это не наша буря. Приобрести миссионера и гуру нам не надо. Так, Кри, что-то как-то... Подожди, а где вот этот юнит, которым ты исследовал? Почему он ничего не исследует? 320, да, стоит пагоды покупать. Так вообще где-нибудь коммерческие районы есть? Просто думаю, мне... Я же не смогу шпионов в Бразилию и в Кри отправить, потому что союзники. Только к ацтеку. О, Теаю к нам присоединился. Гипс обработан, значит... Ну, кстати, тут вопрос, где мне лучше гипс, в Ванкувере или в Теаю? Давайте подумаем. Ну, гипс, по-моему, веру добавляет. Это надо глянуть. Предприятие с гипсом дает плюс 30% к строительству зданий. Ну, блин, я бы, наверное... Ну, в Ванкувере... Это же здание, это не чудес. Блин. Реально вопрос, где лучше ставить. Священное место разграблено. Ну, в любом случае, я этот город присоединяю. Начинаем с монумента. Как тут священное место, по-моему, слабенькое. Оно вообще просто ноль. Какой смысл мне его ремонтировать? О, народ лошади захотел. Ну. А почему пишет Поундмейкер мне? Да, это они мне хотят продать лошади, ясно. Так, и что там еще? Гипс можно. Ну, опять же, в данном случае я подожду все-таки. А, так у меня закончилась с Педро какая-то сделка. По-моему, я у него чай покупал, кстати. Так что... Так что не надо... Так, шпиона сделаю, пока карточка стоит. Вообще, конечно, рабочего тоже не помешало в ТАЕ. А теперь именуем как-то. Это уже не ацтекский город. Давайте это будет Эдмонтон. К сожалению, без команды хоккейной. Мало все-таки Эдмонтон. Мало все-таки тундры в партии завезло. Это же решил внизу посмотреть. Даже тут нету больше. Ну вот еще только тундра. Вряд ли мы туда дойдем, да? Смотрите, Кри сейчас еще одного поселенца потеряет. Вот сюда он уже привел одного поселенца и потерял явно от лагеря. Сейчас еще одного. Блин, мы идти на югу тогда дальше сможем. Еще обращать. Знаете, просто с интересом... Нет, походу спас. Тадж-Махал, Паундмейкер построил
Не, вообще забирается. Заберут сейчас варвары, ну-ка. Блин, прикол, двух поселенцев Криужа на убой привели туда. Так, посвящение через трех великих людей. Ну, я одного получил пророка. Бесплатный экземпляр редкого ресурса этой клетки вашей столицы. Вот этот мне нужен для Кремля, конечно. Но у меня только одна промышленная зона, где мне там читать проекты. Так, Тинаюку или Тескока? Все-таки в Тескока... Ой, не скликнул. Все-таки в Тескока и меньше, и мне кажется... Туда больше будут влиять. Но, с другой стороны, тут видно, что буддизм уменьшается, а здесь нету этого. Так что я думаю, что я за два заряда ты на юку не обращу. Так, ну тут я, наверное, промышленную зону сделаю. Так, союз с Педру закончился. А, я, наверное, ему платил за союз как раз. Так, давайте посольство, дружбу и экономический союз. Я думаю, что и Кри я тоже за союз, видимо, плачу 3 хода. Через 3 хода союз с Кри закончится. А, ну вот, да, видите, добавилось плюс 33 от Педру. У меня плюс 96 валит. Так, в Торонто пагоду. 653. Ну, морскую инфраструктуру нам надо будет после того, как мы гавани построим. До гавани еще 3 хода, потом их еще строить. Далековато. Давайте, наверное, в наемников откроем. Скидка на улучшение всех юнитов. А с другой стороны, нафига мне наемники сейчас? Ну, вообще просвещение. Ладно, надо просвещение открывать. Без ускорения даже, потому что там крутые карточки. Там крутые карточки. Биг Бен. Ну, Биг Бен недалеко тут где-то. Блин, уже кто-то в промышленные... Но я уверен, что там Вавилон вообще где-то улетает. Я еще раз показываю, что по науке, в принципе, мои соседи 32, 31 и у меня 26. Так, маяк в Виктории. Ну, я бы тут районы строил, а караваны покупал. Вообще, у нас 2 хода до верфи. Я бы, конечно, верфь лучше строил. Что нам 2 хода поделать? Амбар. В принципе, можно амбар. Так, надо покупать караван. Из Монреаля в Рио-де-Жанейро. И из Оттавы. Давайте, наверное, из Монреаля. Ну, чтобы производство поднять дополнительно. Так. Покупаем. Торговцы, наверное, за деньги. И мне не хватает до пагоды 5 очков, да? Ладно. Подождем. В Гамильтоне бы
священку храм купить, наверное, и пагоду, чтобы тоже можно было. Не знаю, священка, по-моему, 180 будет стоить денег. А вот и закончилось Скри союз. Закончился. Ну и что, военный, да? На случай нападения ацтека. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Торонто один ход до верфи. Построили универ. Ну, что-то один ход сделать. Ну, я просто отложу, ладно. Просто отложу производство. Так, больше ничего, нигде производство не закончилось. Так, Монреаль мы отправляем в Рио-де-Жанейро. Видите, двумя миссионерами даже не убрали буддизм. Ну, двоих последователей добавили зато. Плюс 6 ход в плюс 5. Ну, ты на юку будет тяжело. Плюс 4, плюс 5. Ну, я бы так оставил, как если бы сейчас еще на ланду, просто чтобы оно такое вот. И на концах моего континента буквы А, алиф, не чуть-чуть будет буддизма. А, так, тут я оставил производство. Все. Сейчас будем верфи строить. Не, не хочу я гипс продавать. Кстати, надо глянуть, нету ли у Кри случайно реликвий религиозных. Я бы вот у Кри религиозные реликвии лучше купил. People can have the Model T in any color. So long. Значит, вверх. Потому что это все производство будет давать. А карточку поставим, это еще больше будет. Так. Бегал в Оттаву. Ну, из Оттавы, по-моему, к бразильцу надо. Так, значит, этого мы можем только к ацтеку отправить. И у ацтека нету ни одного города, чтобы деньги тырить. Ну, а давайте в Теночтитлан будем... Типа скандалы это тоже прокачивает. Ну что, два заряда осталось у... Миссионер, ну давайте, наверное, идти на юку. Попробуем добить. Так, вот Тави шпион. Наверное, художественный музей. Ну и в индустриализацию. Заодно апнем каравеллы. Ага, вот сахар, видите, есть у паундмейкера. Вот что мы с ним, что я у него... Нет, подождите, да, я ему продавал... Стоп, а у меня же был шелк. Или мне показалось. Ну вот же шелк. То есть я шелк, что кому-то продаю, это все-таки вот те 33... Черт. А, ну он, получается, у меня лишний был за счет того, что я торговал с Кри. Вот оно что. Ну давайте, не знаю, чай на шелк. А как? Не, давайте по-другому. Тут, наверное, должно быть в быстрых сделках написано.
Слушайте, ну это написано просто вот за деньги, если. А если... Вот ресурс на ресурсе написано, ладно. Во-первых, просто посмотрим, нету ли только шедевры, да? Ну, кстати, а почему бы и шедевры не выкупить? Значит, мы с чай за шелк, и вот я, наверное, шедевр хочу. 4 золота вход... Нет, 27 вход. Пятьдесят три золота вход. А через быстрые сделки, естественно, шедевры можно посмотреть? Нет доступных сделок. А, простите, скульптура. Еще и у бразильца есть. Кстати, вот так можно спокойно смотреть эти... Реликвии. Нету реликвий, ни у кого нету из тех, кого я встретил. Артефактов нет. Хорошо, а бразилец? Я ему что-то могу гипс, например, пред... Ого, сколько у бразильца. Фига себе. Блин. Тот бразилец так по культуре-то прет. Явно там и туризм неплохой. Ладно, давайте попробуем выцыганить. Блин, не хочется дипломатические очки на самом деле тратить. Хочется попробовать так через дипломатическую победу сыграть. Но я очень сомневаюсь, что у меня там может получиться. Давайте пока так просто сделаем. О, Монтесума китов может продать. Ну, пока все. Кстати, я уже по науке догнал соседей, несмотря на то, что я науку практически не вкладывался. Ну, прикольно, где появился этот лагерь. Так. Вот, либерализм, конечно, очень хорошо пойдет. Поэтому, наверное, блин, да и учетные банки хотелось бы. Давайте, наверное, либерализм поставим. Ну, учетный банк у меня пока только один бегает. Я сейчас могу купить. Наверное, давайте учетные банки все равно. Так, это все оставляем пока. Так, маяк в Виндзоре. Ну что, наверное, давайте в Виндзоре такие правительственную площадь тогда. Потому что тут явное производство больше и быстрее все строится. Ставим правительственную площадь. Монумент в Эдмонтоне. Ну, не хочу пока священное место. Тут все равно ничего не построено еще. Я бы, наверное, даже амбар поставил пока. Ну что, пора в колониализм выйти. И нам нужно астрономию для ускорения. Великого торговца никак не получим. Поэтому давайте, наверное, картографию
после картографии астрономию, чтобы ускорить колониализм, и только тогда индустриализация. Вот так пойдем. Еще один торговый путь можем. Из Ванкувера в Рио-де-Жанейро. Ну, давайте из Ванкувера. Мои основные города. Так, во-первых, в Ванкувере покупаем... Али, тут я уже купил пагоду. Все, у меня уже пагоды везде куплены. Тогда давайте за веру, кстати, купим торговца. Потому что я пока... Не знаю, мне не на что, мне кажется, копить веру. И в Эдмонтоне, пожалуй, купим рабочего. Так. Я хочу посмотреть, сколько стоит святилище. 280-480. Ну, я бы, наверное, покупал, потому что я буду тут строить маяк. А вот эти я бы купил тогда. Следующим ходом купил бы храм. Почему я строю гавани и маяки, а покупаю это? Потому что на гавани и маяки у меня карточка стоит. Именно в строительстве. Надо посмотреть на победу туризмом бразильца. Бразилец на втором месте. Ну вот это я уверен, что это Россия. Валит по культуре. Холмы, холмы. Но я хочу здесь производство сделать. Даже в Сан-Паулу больше денег даст караванчик. Отлично. Так, значит, гавань, маяк строим. Храм следующим ходом купим. И следующим же ходом и пагоду сможем купить в Гамильтоне. О, блин, мне надо эти апать. Тоже денежков не будет. Ну, хотя бы одну я, наверное, каравеллу апну, чтобы поплыть исследовать. Что-то Кри закончил свои плавания. Дальше как-то не лезет. Почему-то. Так. Ну, плюс 10 за себя проголосую. Или может осуждать буддизм. Давайте глянем. Раз, два, три, четыре. Пять. То есть, если осуждать, то я поплыву каравеллой просто... Хотя нет, с другой стороны, нафига мне это? То есть, у него все миссионеры на море. Тут он ничего не обращает. Нет, мне кажется, осуждать буддизм нафиг надо. Дополнительная единица выбранного редкого ресурса также дает удовольствие. Блин, вот видите, в этом у меня проблема. У меня нету у ресов, которые бы чисто много давали что-то. Давайте, может, попробуем что-нибудь забанить. Какой-нибудь ресурс. Да, максимум две штуки, это чай и гипс. Чай, ну что-то еще там торгую. Блин. Да, кстати, надо промышленное производство здесь поставить. Короче, давайте что-нибудь забаним. Правда, мы не знаем, чего там много у кого. Ну чего обычно? Вот янтаря всегда много, как и черепах, конечно же. Попробуем янтарь. Ну и... Ну что, вложим мировое влияние, чтобы очки дипломатии получить. Все равно я напоминаю, кто не в курсе, если не проходит ваше предложение, то вам все дипломатические очки возвращаются. Они не возвращаются только в том случае, если проходят.
О, блин, крупное наводнение. Это у меня, да? Это у меня. Ну, это около вот этого Таю. Нормально. Так, иудаизм прошел. Янтарь, не влияет на войско, прошло. Зашибись. Я 2 дипломатических очка получил. Три из 20. Там у кого-то побольше есть. Промышленная зона. Ну, я бы, наверное, мастерскую тут мало хотели. Верфи. Верфи нам точно больше производства дают, чем мастерские. Тем более, что я карточку потом еще подставлю. То же самое и здесь. Так, сколько на стандартной скорости будет стоить? 360 без карточки. То есть я могу сейчас обоих апнуть, но это я... Это у меня 360 денег в минус. Я хотел храм купить и пагоды. Ладно, одну галеру точно апну пока. Причем мы же сейчас можем плавать по океану и так без апгрейда. Просто каравелла круче, она дальше видит и дальше плавает. Дальше. Пока не хватает на храм опять, да? Одно население погибло. Повышена урожайность у двух клеток. Мушкетера за 573 можно купить. Хм, может купить? О! Наконец-то встречаем... Так, ну это Кри, конечно, встретил, а не мы. Он, миссионер, приплыл. Шунантунич, блин, шуфрич какой-то. Шунантунич. Так. Набили адмирала. Броненосец с уровнем повышения и уголь. Это зашибись. Берем. Кто там следующий был? Ну, армаду тоже не... Ну, вообще, вот тут именно... Прикол, что в броненосце, во-первых, я сразу усилю свои города, во-вторых, мы можем потом удалить этот броненосец, а уголь вход останется. Так, ну я, наверное, создам броненосец, конечно же. Так, какой тут радиус будет? Раз, два, три. Раз, два, три. А у броненосца тоже три. Ну тогда вот так поплывем. Я, наверное, к перемещению возьму. Так, вот тут еще производство поставим. Не к Эдмонтону, конечно, но все равно... Амфитеатр. Ну, верфи. Везде, где возможно, мы строим верфи. Буэнос-Айрес встретили. Майя встретили. Давайте смотреть, что там у Майя. Как раз у нее янтарь, который мы запретили. Фига у нее шоколада. За 3 вход, согласен абсолютно. Как у нас тут плюс 3 довольства? Кстати, а может тогда в мае? Ну, там, подожди, мы один город только видим, и тут явно не будет... Давайте глянем. Конечно, там явно не будет... Нет, не могу сейчас глянуть... коммерческого района, потому что на побережье стоит. Ну чё, давай, Кри, находи другие цивилизации. А я с другой стороны плыву.
Вообще надо посмотреть 220. Слушайте, может это Майя лидер по науке? Это Майя лидер по науке? И в культуре она лидер? Нифига себе, чё... Подожди, а как она... Как она лидер? У нее только два... То есть неужели это из-за монополий? Прикол. Она столько имеет туризма чисто из-за монополий, похоже. Ну да, видите, я уже 4 миссионера, да, в Тенаюке использовал и только ровное смог сделать. Так, а почему у меня лишний... А, потому что голосование закончилось. О, шичикалька отваливается, кайф. Да, отвалится ко мне. Тоже хороший город, кстати. С военным лагерем. Я смотрю, где-нибудь еще мы маяк... Да, строим маяк, то есть сможем караван. Это у нас было голосование, помните, в Конгрессе, что мне дополнительно... Мне дали дополнительный караван. Сейчас новое голосование прошло, те резолюции отменились. Это у меня, получается, лишний караван бегает. Ну что, мы маяк дострою. Продвинулись опера и балет, строительная инженерия. Опера и балет — это художественный музей, строительная инженерия что? 7 разных спецрайонов. А какой я сейчас еще спецрайон построил? Разный. Ну, наверное, пока библиотеки, но я уже думаю над тем, чтобы развлекательный комплекс сюда ставить. Нравится, что так параллельно плывут каравеллы и броненосец из разных эпох. Так, а вот этим мы, наверное, поплывем вот сюда смотреть, что у нас... Первый центр коммерции вообще у меня. Педро хочет продавать мне железо. Нет, мне не надо. А какая религия у Майя? Есть у них вообще религия? Да, даосизм, вот, основали. Ну, один город, то есть понятно, что Майя никак на это дело особо не... Ей не интересно. Ну, давайте отремонтируем священное место. Дальше здесь покупаем храм. И пагоду. Отлично. А вот еще один будет, кстати, маячок. Но это мы уже надо будет... купить караван. In a market economy, however, the individual has перемещение на дружественные территории. 4 золота, капер и лагеря, дополнительное пищу и производство. Блин, ну хочется, может быть, вместо писания треугольную торговлю поставить. Потому что писание всего 20 веры дает, а у меня 150 веры вход. И перемещение тоже круто, но мне что ветеранство, что вассалы надо. Так что я, наверное, точно заменю писание треугольной торговли вот так. Колумбия. Нижний... О!
Смотрите, а Колумбия-то проводит денатификацию России? Я смотрю. Ничего себе. Я удивлен, кстати, что Майя именно хорошо выглядит. Так, ну давайте, чем поторговать можем? Медом. То есть мне предложить нечего. Значит, в быстрые сделки идем. Купить редкие ресурсы. Янтарь нам не нужен, мед. Ну и хлопок, серебро. А можно без янтаря? Вот так, просто янтарь сейчас не работает. Так, вот тут есть реликвии у России. 38 вход, 308. Не, ладно, не буду. Так, ну у нас сейчас должно быть счастье так прилично. На плюс 4. Так, может все-таки пересадить теперь уже в Архангельск? Нет, сюда нет. Нижний Новгород нет. Ладно. Работаем здесь. Сначала найти источники. Блин, знаете что? Еще надо посмотреть название городов. У нас же одну какую-то цивилизацию уничтожили. Надо посмотреть, какие города. В общем, Мапучи мы встретили. Какие города у кого захвачены. И будет понятно, кого вынесли тогда. Так, астрономию открыли. Это мы ускорили кол... И, собственно, до катка осталось 3 хода. Так, еще с Мапучи давайте поторгуем. А нечем торговать с Мапучи. Так, ну давайте смотреть. У Колумбии. Папаян. Кагуана это ГГшку он захватил. Ну и Нижний Новгород. А вот Куэнка это, по-моему... Кита и Куэнка... Нет, Кита, по-моему, Колумбия, но Куэнка, по-моему, инкский город. Ладно, окей, Майя. Уаккабналь, Паленке. Ящелан, Чеченица, Тикаль. Чинджу. Корейский город. Корейский город. Ладно, так, ацтеки, это понятно. Россия. Тут все... Кумана. Кумана это ГГшка, да, все остальные русские. И Мапуче. Ну тут по мапу, понятно же, все мапучские города. Так, пока непонятно, кого уничтожили. Пока ничего не понятно. Так, ну я бы тогда, наверное, раз три хода осталось, я бы уже развлекательный комплекс ставил. И нам надо покупать... рабочих, чтобы хоккейные коробки сделать. Так, ну можно в Хатусу один, у нас есть универы. Правда, один, по-моему, только универ в Торонто. Или лучше Антананариву. Блин, ну у меня всего два великих человек. А что у меня на тарифу плюс 4% в культуре даст? Такое. Так. Проплыв можно?
убивать, не убивать. Думаю, нафиг надо. Это проблема португальцев. Мы исследуем планету. Мы исследуем планету, а не убиваем тут. Так. Ну, тебе тут пора кампус строить. Я решил тут это сделать. Вообще, надо верфь было сначала, ладно. Сначала верфь. Или, может, мы верфь купим тогда, потому что тут 17 ходов строится. Как-то долго. А тут 30. Ну, а 1160 стоит. Пак. Сначала амбар тогда, видимо. Ну-ка, с Гаргаму. Мапуче. Колосс Монтесума построил. О! Шичикалька отвалился ко мне. Кайф. Я не знаю, почему Ацтек, кстати, вот спешил именно с этим. То есть вот он этот и этот город, напомню, поставил раньше, чем вот эти города. Хотя очевидно, что здесь просто даже лучшие места. Но тут, наверное, он посчитал по ресурсам. Тут, конечно, ресурсов побольше. Но удержать не надо. То есть компьютер не так уж хорош в просчитывании лояльности. Да, кстати, можем торговый путь еще один купить. Давайте глянем. Из Монреаля в Сан-Паулу и из Торонто в Сан-Паулу. Вот из Монреаля... Ну, в Торонто производство хотя, блин, 20, а тут... Нет, значит, из Торонто. Петр Великий готов селитру продавать. И мы ГГшку встретили, да? О, а вот и Вавилон. Блин, я уже думал, неужели Вавилон вынесли? У меня что-то такая мысль была. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще двоих мы не встретили. Так, смотрим, где находится Хамы. Да нет, кстати. Тут они вместе с Майя. Ну вот сейчас, кстати, уже Вавилон на первом. Видите, они тут друг с дружкой по очереди. На первом месте. Блин, ну прикол, что по туризму. То есть Майя, скорее всего, на своем каком-то отдельном континенте. А, Корею уничтожили. Ну, это вообще столица Кореи, Кёнджу была. Вавилон, походу, уничтожил Корею. Короче, скорее всего, Кореи нету. Несмотря на стандартную карту, на то, что места должно было всем хватать. Давайте посмотрим, какие города у Вавилона. Эшнуна, Барсипа... Кёнджу и Кванджу корейские. И тут, по-моему, еще получается Майя. Чинджу. Короче, они распилили Майя и Вавилон, распилили Корею, походу. Какие суровые битвы тут были. Ужас. Страшно жить. Но мы еще кого-то... Раз, два, три, четыре, пять. Да, еще двоих мы не встретили. То есть мы Корею не считаем. Но еще двоих мы не встретили. И это инки и Америка. Где у нас инки и Америка? Так, кругосветку я должен, кстати, сделать. Сколько ходов до конца? 13 будет. Ну, мы должны в золотой век, мне кажется, выйти, нет? Верфь в Торонто сделана. Один ход до возможности район еще поставить. Но нам дело в том, что негде. Хотя, наверное, вот сюда промышленный может встать. Либо... Либо театралку поставлю. Короче, я один ход отложу здесь. Мы следующим ходом можем увидеть, какой район мы можем там поставить.
Так, Хаммурапи готов торговать ресурсами. Нормально. Выгодно. 76 угля. Но это потом. Нам пока уголь вообще не нужен. О, плюс 5. Зашибись. То есть это максимальный выхлоп от городов. Мы должны в этой эпохе и всех встретить. Я надеюсь, что Инки и Америка где-то будут близко к морю. И кругосветку сделать. Уничтожили тут лагерь. А я хотел мушкетера купить. На самом деле. Ну ладно. Блин, мешается, тут придется убить. Я не хотел тебя. Вот Инк, кстати, сейчас мы Инка встретим. И кругосветку сделали. Первыми в мире. А, это Вавилон, черт. Цвета, видите, заменились на такие цвета, как будто как у Инка. Так, ну смотрим. Значит, промышленная зона плюс один. Не знаю, что-то не хочется. Хочется театралку поставить. Она будет влиять, по-моему, на... Плюс один к культуре, плюс четыре за соседство со стадионом. Нет, не будет. Тогда смысл театралку ставить. Да, может, кстати, заповедник поставить. Кстати, а вот здесь, ну... А, нет, подождите, тут же заповедник только на необработанные клетки. Ладно, придется, наверное, все-таки промышленную зону делать. Еще раз глянем, что этот каток... Он чисто от стадиона. За каждую соседнюю клетку тундры. Туризм от культуры после открытия технологии авиация. Плюс две пищи и производство после профессионального спорта. Да. Мавзолей в Геликарнасе построили. Мон-Сен-Мишель. Петр и Монте... Что-то Монтесума ударился в строительство чудес. Мы вышли в колониализм. Так, нам бы какие колонии тогда сделать, раз мы вышли в колониализм и можем катки строить? Ну, знаете что? Я думаю, что катки мы уже будем строить в следующей серии все-таки. Потому что, ну, блин, это ж уже в хоккей играть. Это у нас... Пошаговая стратегия будет симулятор хоккея. NHL 2022 будем играть. Там Оттава Сенаторс, Ванкувер Кеннекс и Торонто Мэпл Ливс организуют хоккейную лигу. Опять же повторю, это в следующей серии. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Не забывайте ставить лайки, комментарии. Все-все-все-все. Ну и рассказывайте, как у вас прохождение, кто параллельно со мной с сейвом проходит. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Слава Украине, живи Беларусь, и Россия будет свободной. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.